Новый день, новые возможности. Молли, ты такая ранимая. Как ты поживаешь? Ура, я снова могу двигаться. Замри, ты что, хотела убежать? О, думаю, эту никогда не заберут. Привет. Что это с твоим лицом? Да уж, давай-ка лучше это уберем подальше. Эльза, что со мной? Я что, ведьма? Ладно, малышка, заберу тебя. Это твой новый дом. Ничего себе. Куда это ты? Можно примерить. Не торопись, дорогуша. Давай поиграем сперва в корнхолл. Победишь и платье твое. Вот тебе мешочки. Я буду следить за счетом. Начнем. Угу. Прямое попадание. Можно сыграть с вами? Давай, малышка. Ладно. Ура, я попала. Ну, пожалуйста, хозяйка. Олаф, не лезь под руку. Ура, какой счет? Я тебя догоню. Отличный бросок, крошка. Можно мне? Отвянь, Олаф. И бросок. Ну что, еще не сдаешься? Конечно, нет. Хоп. Умница. Эй, подруга, что? О! Ничего себе, ты получила бонусный балл. И честно заработала свое новое платье. Вау, какое красивое. У тебя такие густые волосы, но раз мы семья, они должны быть одного цвета. Олаф, хватит баловаться. Простите, хозяйка. Ничего, малышка, как тебе? С новым платьем и чистой кожей они смотрятся просто идеально. Может, стоит заплести косу? Отличная идея. У тебя получается, Олаф? Что? Еще два подхода, и все готово. Она не снаряд для тренировки. Спасибо, мамочка. Малышка, иди сюда. У меня есть новая игра для тебя. Просунь руку в коробку и забери приз. Эй, подруга, я знаю, что выбрать. Это сотый выигрыш. Поверь мне, приз тут. Это стопроцентный выигрыш. Интуиция подсказывает не слушать снеговика. Ух ты! Ура, поздравляю! Давай испробуем в деле. Теперь твои реснички станут куда ярче и объемней. Как она могла отказаться от такого чудесного приза? Можешь открыть глаза. Мы можем добавить кое-что еще. Угу. Просто замечательно. Ты же моя снежинка. Я уже совсем как мама. Только не хватает сережек. И где мне их достать? Чего грустим, сестренка? А? О, у меня идея. И ты мне поможешь. Поделишься со мной лишним снежком. Спасибо, Олаф. Это то, чего мне не хватало. Такие красивые. Как два маленьких снежка. Ты просто супер. Спасибо за помощь. Думаю, маме тоже понравится. И тебе спасибо. Скажи честно, мне идет? Нужно спросить Эльзу. Смотри, крошка, мы как две капли замерзшей воды. А, только без короны. Когда у меня будет такая же? Оу, тебе еще рано. Ну, пожалуйста. Постой, ты сделаешь себе собственную корону. Пошли. Я с легкостью с этим справлюсь. Сперва рисуем контуры. Затем вырезаем. Обводим трафарет на глиттерном фоаме ране и снова вырезаем. Как же круто! Добавим глубины нашей короне и немного украшений. Огромный сапфир по центру. Ничего себе! Пора примерить. О, как круто! Чтобы быть холодным сердцем, нужно освоить морозную магию. Давай кое-что попробуем. Ух ты! Теперь ты. Тром! Получилось! Вау. Какая молодец! Вау, теперь я ледяная волшебница! Трум, трум! О, постой, не делай этого! Теперь я все смогу превратить в ледяную скульптуру! Как же круто! Этого я и боялась! А, всем оставаться на своих местах! Эй, зачем вы меня связали?
Ты пока не умеешь контролировать свои силы, поэтому сделаем защиту для окружающих. Вырезаем кружево и украшаем края перчаток. Перья добавят легкости и изящности. Вот и готово! Вау! У меня есть идея! Что ты делаешь? Для чего я на тебя их надела, а? Ты что? Что это? Это тебе! А, ну ладно, спасибо! Какая же ты красивая! Вся в меня! Ну что, тебе нравится твой новый образ? Еще бы! Я настоящая снежная принцесса! Эй, хозяйка! Олаф? Минуточку, кто из вас Эльза? Ты или ты? А ты угадай. Лучшая часть рабочего дня. О, пропустите, я горю. Морозное дыхание. О, спасибо, что остудили. Хорошего дня. Ах, привет, док, помогите. Ну и ну. И как это вас угораздило? Я попробую вытащить. Да, упс, кажется, перестаралась. Давайте подую на ранку. Ну все, как новенькая. О, спасибо, док. Ого, надеюсь, зубам будет легче. Не сомневайся, малышка. Спасибо, док. Пока-пока. А что у тебя, малышка? У меня очень болит зуб. Посмотрите. Конечно, не переживай. Трум-трик. А вот и твой зубик. Ого, она что, волшебница? Эй, не хочешь помочь мне в больнице? Конечно, хочу. Тогда вот список всего, что тебе нужно, чтобы стать врачом, русалкой. Я согласна. О, мой живот. Как проскочить очередь? Это мой шанс. С дороги. О, какой грубиян. Я теперь доктор. Коллега, без вас не обойтись. Ой, что с вами? Присаживайтесь. Так, начнем осмотр. О, не надо. Но я же хочу помочь. Тогда давайте без этого. Да что с ней? О, кажется, ей очень больно. Нужно действовать. Трум-трик. Оу, мне пора. Воу. А тут просторно. Кажется, Кисси совсем себя не бережет. Оу, а это что? А? Начинаю обеззараживание. Ой, как холодно. О, что она там устроила? Эй, а меня зачем бить? Стой! Да, тут не обойтись без хирургического вмешательства. Зажимы. Первый надрез. Ага, аккуратно. Становится только хуже. Чил, Кисси, Эльза, профессионал. Готово. Начинаю замену. Соединяем сосуды. Отлично. Операция завершена. Фух, пора возвращаться. Ого! Доктор, вы меня спасли. Отличная работа. Спасибо. Кажется, это ваше. О, оставь себе, детка. А нам уже пора. Всем пока. Берегите себя. Смотри, я теперь умею делать фокусы. Вау, это же хвост. Примерим. О, крошка, тебе так идет. О, что это? Ой, Эльза, мне страшно. Ну и кто здесь врач? А, признавайтесь. Обожаю жареный зефир. Ха, как ты вовремя. А что вас беспокоит? Какое твое дело? Ну, вообще-то я врач. Не трожь. Или хочешь разобраться? О нет, я таю. Эльза, держись, я спасу тебя. Я поняла, вам стоит немного остыть. О, вы так прекрасно меня понимаете. Только вам. Секунду, мне звонят. Скорее, я в магазине огня, не могу и пошевелиться. Что? Уже выезжаю. О, только не это, держитесь. Хо-хо, вот так находка, вам помочь? О, благодарю, помогите поднять его. Взяли? У вас такие холодные руки. У вас тоже. Может, сейчас не время. Мне нужно помочь Хаги. Начинаю операцию. Делаю продольный разрез. Органы поражены. Нужно убрать обгорелые ткани. Бедняжка, я вовремя подоспела. Нужно убрать все угольки. Готово, можно зашивать. Лишь бы шов не разошелся. Есть. Нужно проверить пищевод. Оу, я так и знала. Ха, нужно убрать это, пока он не очнулся. Так, заменяем кишечник. Отлично. Угу. Ой, ребрышко барбекю меняем на новое. Вот так. Совсем другое дело.
Закрываем эту лавочку. Ох, это было непросто. О, доктор, я как будто помолодел. Спасибо вам. Главное, вы в порядке. Вечеринка! У-ху! Ура! Я живой! О, странный он какой-то. Прощайте. Еще увидимся. Такой милашка. Вы ко мне? Нет. Доктор, это невыносимо. Заткнись. Не мешай мне. Ладно, покажите свой любимый цвет. Мой любимый – это розовый. Что за чушь? Конечно, голубой. О, все понятно. Детка, ты нам поможешь? Не вопрос. Тогда держи, становись с другой стороны. А какую игрушку хочешь? А что насчет моей? О, какая милая. Нет, это лучше. Неправда. Ну что, вы определились? Ого, отличная работа. Ух ты, малышка, а тебе идет. Спасибо. Давай примерим. Ты само очарование. Мой образ готов. Теперь я тоже стану врачом, русалкой. Эй, что ты делаешь? Верни ребенка, немедленно. Ну уж нет. Тебе придется драться со мной. Я поджарю тебя, как воскресное барбекю. Вызов принят, истеричка. Пора остудить тебя. И я этим займусь. Попробуй, если сможешь. Огненный кулак! Ха, готовься к ледниковому периоду, белка. Начнем. Походка дракона. И это все? Скука. Как ты посмела? К бою! Защита Мёрдока. Не игнорируй меня! Воу, где она? Ох, что это было? Продолжим. Эльза, ты в порядке? Пожалуйста, остановитесь. Дракой ничего не решишь. Давайте жить мирно. Осторожно, ты можешь обжечься. Не бойся, меня защитит сила любви. О, спасибо, крошка. Это так мило. Ой, снова звонят. Алло, приветик, уже бегу. Спасибо за вечную жизнь. О, Габриэль, ты лучший. Подождите, а это та очередь? Ну что, кто следующий? Привет! О, какой красавчик! Лови подарочек! Эй, попридержи дыхание! Давай лучше я тебя обращу! Мои зубы, из чего ты сделана? У дам такое не спрашивают. Аш! Все, прием окончен. О, прощай, мой принц! Ну хватит, ты сама меня вынуждаешь! О, огонь нашей любви растопил меня. Нет, это был Дайсон. Больше никаких ледышек. Ха, пойду к стоматологу. Эльза, я же говорил, что ничего хорошего на кладбище не жди. О, моя королева, вы спите? Вы меня пугаете. О, снеговик? Я пришел за Эльзой, но кажется, слишком поздно. Малыш, я знаю, как помочь. Единственный способ вернуть ее – это сделать ее вампиром. О, какая холодная. Кажется, пришли. Ничего себе, да это настоящий дворец. Как красиво. Трун-трик. О, где я? Привет. Привет. Вау, да ты настоящий вампир. Секунду, хочешь стать такой же? Я могу тебе помочь. Что? Ты правда для меня это сделаешь? Ну, конечно, все твое. Ничего себе, уже не терпится примерить. Ну, как я тебе? Выглядишь просто отпадно. Ее прическа. Эльза, ты в порядке? А что с волосами? О, это серьезно. Знаю, в боксе точно что-то есть. А вот и то, что нам нужно. Ты готова? Конечно. Слишком странно. А вот этот парик может подойти. Лови. Лео, можно поаккуратней? Это не твое. Может, лучше этот? Вообще не вариант. И не говори. А этот я не видела. Давай попробуем. Кажется, то, что надо. Вау, постой, я видела в боксе кое-что еще. Думаю, это тебе еще понадобится. Здорово, я только подумала о плойке. Старые волосы всегда таяли. Надеюсь, с этими такого не повторится. О, ничего себе, как удобно. Вау, так красиво вышло. Ты же не можешь ее съесть? Или ты ей дышишь? Выглядит просто роскошно. Лео, ну как тебе прическа? Лео? Просто супер, очень вкусно. Одну минутку. Олаф? Она меня не слушала. Стоило отвлечься на одну минуту. Бедный Олаф, отдай. Это же просто морковка. Это его нос. Извини. Аккуратней, могу укусить. Вау, очень круто. Спасибо.
Знаешь, о чем я подумала? Расскажи, я не экстрасенс. Мне нужно добавить бледности. Вампиры все-таки не видят солнца. Думаю, белая пудра отлично дополнит мой новый образ. Угу. Глупая кисточка, ты все испортила. Что случилось? Я красилась, а потом все разлетелось. Кажется, я вспомнила один лайфхак из ТикТока. Как же там было? Правильно. Сперва разобрать антиперспирант и засыпать в контейнер муку. Затем закрыть, им можно пользоваться. Работает, можешь попробовать. Ух ты, спасибо. Так будет гораздо быстрее и надежнее. Я думала, что была белоснежной до этого, но так куда белее. Вот видишь, теперь ухаживать за кожей можно куда проще. Спасибо, подружка. Волосы, ну перестаньте, почему вы такие непослушные? Ну все, вы меня вынуждаете прибегнуть к серьезным мерам. Если будете продолжать, то я вас хорошенько вычешу. Упс, кажется, это осталось с прошлой прически. Фу, аж теплее. А что такое? Может, у тебя есть еще пару кубиков льда? Не знаю, давай проверим. О, спасибо, без тебя вечеринка бы не удалась. Какой же ты смешной. Вернемся к прическе. Думаю, мне понадобится заколка. Тут вроде есть парочка. Как насчет этой? Не то. Может, сделать самой? Давно пора этим заняться. Тем более, когда все под рукой. Думаю, кристаллы есть у каждого. И лист черного фоамирана. Наносим на него очертания летучей мыши. Теперь вырезаем заготовку. Я решила сделать два рисунка. Ну вот, посмотрите, какие миленькие. Сделаем вам украшения из черных жемчужин. Замечательно, вау, как красиво. Кружева мне еще понадобится. Сделаем из них орел вокруг мышки. Очень круто, вернемся к прическе. Мы ведь не просто так делали эту заколку. Вот и готово. Ничего себе, я просто обворожительна. Как ей удаются такие ровные стрелки? Пора заняться своими глазами. Посмотрим, что у меня есть. О, красные линзы, чтобы лучше видеть, где пульсирует кровь. Гигиена превыше всего. Ставим на глаз, поворачиваем взгляд. Готово. Теперь вторая линза. Ух ты, это было легко. Можно переходить к стрелкам. Ой, ну почему все так сложно? Эльза, все в порядке? Ну не плачь. У тебя же все потечет. Тут нечем утечь. Я не могу сделать макияж. Я знаю, как помочь. Малярная лента. Доверься мне. У меня тоже сперва не выходило делать их ровными и одинаковыми. Но лента не даст выйти за границы, поэтому можешь не переживать. Ну вот, можно убирать. Так уже куда лучше. Теперь наведем тени. Фу, у тебя одна кисточка для лица и картин. Так дело не пойдет. Давай сперва сполоснем ее, еще и посмотрим шоу красок. Готово. Вот теперь с этим можно работать. Так, на чем мы остановились? Да, уже вижу. И немного здесь. Можешь посмотреть на себя. Правда круто? Очень. Ты самая лучшая. Как здесь оказалась летучая мышь? Это я. Приветики. Ух ты. Ты можешь научить меня так же? Пожалуйста. Ну ладно, научу. Встань сюда, повернись, сконцентрируйся и скажи трум-трик. Кажется, я поняла. Браво, ты настоящий мастер. Теперь я трум-трик. А почему не сработало? Странно, точно. О, как я могла забыть? Ты же не вампир. Мы это исправим. Ну вот, попробуй сейчас. Как странно. Я чувствую себя другой. Трум-трик. У тебя получилось. Возвращайся поскорее. Я буду за тобой скучать. Олаф, я так больше не могу. Не плачь, у меня кое-что для тебя есть. Я хранил это на особый случай. Что это? Можешь смотреть. Ладно. О, кажется, я что-то нащупала. Что, морковка? А, положи обратно. Нет, под этой подушкой. А, ну, значит, под другой. А, ого, тяжелая. Олаф, как ты это сделал? Ничего себе. Погоди, это план превращения в Эльзу? Спасибо, Олаф. А что внутри бьюти-бокса? Воу! Освежить образ – это отличная идея. За дело! Уверена, это будет несложно. Ну что, посмотрим? Сперва попробую найти наши отличия. О, кажется, они налицо.
Аучи! Да, криотерапия тут бы не помешала. Может, в боксе что-то есть? О, вау, это же именно то, что мне нужно. Вакуумный очиститель. Не терпится испытать. Начну с носа. Это работает как пылесос? А? Получилось! Ты мой спаситель! Вообще, у меня целая компания. О, какая они милая пара. Ты согласна быть моим амбассадором? Это предложение руки? О, кстати, о руках. Моим бы не помешало обновление. О, я знаю. Я видела в боксе кое-что для маникюра. Да, точно, вот он. Это же Frozen принтер для ногтей. Он все исправит. Ставим палец в специальный отсек и пуск. Теперь не нужно ждать 2 часа в салоне. Выглядит просто потрясающе. Прости, Олаф, у меня есть дела поважнее. Пока. Мелани, как ты это сделала? Маникюр просто отличный. Ой, спасибо, Барби. Но, а про мой маникюр она ничего не сказала. Можно немного отдохнуть за чтением любимой книги. Я не поняла, что это? Олаф, снова ты, а? Эй, я ничего не делал. Тогда откуда этот снег? А, надо подумать. А что, если это не снег, а? Перхоть? А, какой кошмар! Кажется, пора мыть голову. Так, а что есть в моем наборе? О, браш-фен! Можно подсушиться и сделать новую прическу. Насадка готова. Ну что, можно приступать к наведению красоты. Мои локоны теперь такие мягкие и пушистые. Отлично. Идея. Заплету косу, как у Эльзы. Совсем другое дело. А теперь добавим блеска моей укладки. Немного стресс не помешает. Это лучшее изобретение. Это воистину королевская прическа. Оу. Я заслужила диадему. Теперь нас с Эльзой не отличить. Какой славный сон. Я так чудесно выспалась. Как я могла забыть про свой день рождения? От кого же это все, а? Малыш Олаф, как же это мило с твоей стороны. Интересно, что там? Вау, какой красивый набор. Я обязана его примерить. Уверена, что все отлично впишется. Угу. Начнем с сережек, как будто грозди из льдинок. Вау! Мне кажется, или они были больше? О, как они исчезли? Они что, и вправду были изо льда? Может, он писал об этом? О-оу, надо было сразу дочитать все до конца. Как обидно. И что делать? Эх, я уже вроде все сделала. Что же не так? Эй, подруга, зацени ресницы. А, я одна это вижу. Это хорошо, потому что свидетели мне не нужны. Ты могла просто попросить. Ты бы их сам не отдал. А с ними мой образ раскроется вовсю. Ага. Думаю, можно немного их подкрутить. Так гораздо лучше. Теперь я действительно принцесса холода. Нет, нет, нет. Ты кое-что упустила. Помоги, без тебя я не справлюсь. Только не щурься, я все сделаю. Ладно, я постараюсь. Ну что, получилось? О, еще как получилось. Олаф, ты самый лучший. Да, я тебя расцелую. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Когда она уже отпустит затею петь? Новый день укажет путь. Не боюсь уже ничего. О, я бы боялся хейтеров. Отпусти. Замолчи, прошу тебя. Пора вспомнить прошлое продюсера. Так должно звучать лучше. Добавим бочку. Звучит драйвово. Отпусти и забудь, Олаф снова укажет путь. Так и Мелани. Что прошло уже не вернуть. Это должно стать новым трендом. Я уже вижу это в рекомендациях. Нас ждет успех. Аучи. Аучи, как больно. Кажется, я не могу повернуть шею. Что же делать? Мне поможет массаж. Аккуратно. Так куда лучше. У вас найдется место для еще одного? Как же хорошо. Олаф, это ты? Олафа нет. Оставьте сообщение после сигнала. О, видимо, он занят. Мэм, прекрасный выбор. Согласна. Эй, это же Олаф. Ой, не хотела. Простите. А это еще кто? Оно не с места. Надеюсь, она не за мной. Не одолжите пару кубиков льда? О, скорее, бежим отсюда!
А вот тебе убежать не удастся. О, что ты задумала? О, нет, выпусть меня отсюда. Чего кричишь? Ознакомься с правилами. Что? Какими правилами? О, не могу поверить. Я и вправду могу стать Эльзой? Примерзла. Давай, Мелани, у тебя выйдет. Еще один рывок и... Вы не поможете. Что ты там устроила? А, ты не покалечилась? О, фу, какая гадость! Ха, я влезла в твои прыщи! О, нет! О, слышу зов помощи! Я спасу тебя! Олаф, я твоя главная фанатка! Ага. Какой кошмар! О, я никому не позволю уродовать моего героя! Ты пожалеешь о том, что сделала! Вроде крепко. Ну что, Олаф, покажем этому извергу, кто тут главный. Угу. Готов? Тогда огонь! О, нет! Остановитесь! Да, получай! Только не это! Оу! Молодец, Олаф! О, нет! Кажется, тут заперто. Хм, а вот и замок. Олаф, у нее должен быть ключ. Найди его, пожалуйста. Оу, будет сделано. Давай посмотрим. О, где же он? А вот, вижу. Но сперва перекус. Что? У нас нет времени. Она скоро очнется. Ты права. Нужно есть быстрее. Нет, я не об этом. Принеси мне ключ. Ты меня с кем-то перепутала. Я Эльза. Ты издеваешься надо мной. Мне это что, приснилось? Эльза, что ты тут делаешь? О, уже ничего. О, все-таки не приснилось. О, и как мне выбраться? Оу. What? У меня есть для тебя кое-что из списка. О, погоди, и вправду? В списке есть прическа. Спасибо, дружок. Я на шаг ближе к свободе. Оу, пудра? Мне бы не помешало подправить тон лица. Ух ты, я как солистка Кис. Это что, все? Так не годится. О, опять ты? Ты что, подсматривала за стройкой? Ах ты! Что это было? Ого, спасибо за подсказку. Я тебе такое устрою, когда выпущу внутреннего зверя. Оу, откуда у нее мое фото? Когда я выйду, из тебя так же пыль посыпется. Готово. Осталось растушевать все кисточкой. Уборка номера. О, какого номера? Поднимите ноги. О, постойте, не нужно, прошу. А, что такое? Можно мне вашу тряпку? Ха, ладно. О, спасибо большое. Тогда давай другую взамен. Эмма, ну хорошо. Оу, адиос. Эй, только без влаги, а то примерзнешь. Эй, можно аккуратнее? Или хочешь в клетку? Я мою, вы поднимаете ноги. Или уходите. Да как ты смеешь? Это ты уходи, сейчас же. Окей, выходной. Хм, откуда она взялась? А чем занята заключенная? Эй, ты! Морская фигура на месте, замри. О-оу. Я же говорила ей, без воды. О-оу. Круто ты ее, Олаф. Теперь никто мне не помешает. Так, так, так. Ну как вам? По-моему, то, что надо. О-оу. Я ведь уже выгляжу как Эльза. У Эльзы есть корона. Ха, и все? Вот вредина. Ты что, страх потеряла? О-оу, это Олаф. Ну все, ты доигрался. Трум-трик. О, нет. У меня появилась идея. Эти ледышки отлично будут смотреться в моей будущей короне. Заправляем глиттерный клей в термопистолет и повторяем форму сосульки. Закрепим их все на обруче. Трум-трик. И корона готова. Супер. Теперь снежинка. О, идеально. Осталось добавить сапфир. Вот эта корона, достойная ледяной принцессы.
Ура! Неотразимо! Эй, оцени мой образ. А, ты опять? Давай сверимся. Похоже, ты и вправду справилась. Ладно, можешь быть свободна.